яркая и ядовитая, наверное. Смотри, зелененький стал. Вот это красота, правда? Мы пришли в тайский аквариум. Вон, смотрите, я пошел туда, где маленький рыб. Он недавно выпущен. Вон, смотрите, какая красота. То есть они вот так вот прямо вот над нами. Рыбки плавают. Вот это аквариум, я понимаю, домой. Смотри, какая стайка потихоньку перекатывается. Я не могу. У Юли одна проблема. Где акула? Все, больше ничего не надо. Да? Не он? А что, тут пресная вода, что ли? Точно? Смотри, какая красота. Просто красота. Вот тоже тут большие рыбы. Все так оформлено, красиво, вообще великолепно. Смотри, там акула. Где? Акулы, да. А, это же эти пироруки, это которые мы в Севастополе смотрели. Это акулы? Нет, это... Это как в Севастополе. Это, помнишь, в Севастополе? Смотрите, вот тут точно это, которое в Костике. А тут еще внизу. Вау, какие они огромные. Вот встань рядышком, встань рядышком. О. О. С Евгением. Юльку съест и все. Юля, она выше тебя будет. Мы просто тут. Вау, рты открыли. Вот это коней видали, да? Вот это рыба. А вот это пираньи. Юля, Марина, вам тут нравится? Тебе нравится, Юля, здесь? Сон! Сон, да. А вот тут два скатика, вон два скатика, а вон рыба, которая надувается, как шарик. А еще тут рыбки плавают, вон те с красным хвостом, у них зубы спереди торчат. Вот такие. Вампиры. Посмотри. Вот, смотри, 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 какие зубы у нее. Зубёхи у нее, конечно. Вот не она. Не знаю, у нее красные хвосты, она какая-нибудь как пиранья. Я пиранья, я пиранья. Мам, там еще один пиган. Да. Да. Пойдемте, да. Нет, это выдра. Это выдра. Выдра. Эй, ты куда? Нет. А, выдра плавает. Вон, Юля, смотри, какая она. Вот прикольная. Идти. А где она там? Да. Они плавают на спинке, они не... Прикольно? У Юли какие-то нулевые эмоции. А почему они голодные? Вот это, смотри, с такие плакаты за сохранение природы. Вообще красивый мир, да? Прикольно. Вот это аквариум вообще. Да. Если нам бы такой домой, то здесь тоже. Смотри, смотри, черепашка плывет. Красотища. Юля не моргает даже. Шесть, там еще одна бирка. Смотрите, у нее бирка на лапе. Да, кольцованная они, чтобы знать. Шесть, там еще одна бирка. Можно сесть, можно лечь, можно все, что хочешь. Ладно, пойдем дальше, ладно. Шесть черепашек. Красота. Там русалка с русалом. Покажите ребенку русалок живых. Вон русалочка, вон, смотри, видишь, вон русалочка. С русалом. Вот смотри, какие рыбки. Не знаю. Но они, наверное, едят людей, особенно маленьких Юлик. Они едят.
Смотри, вон там стекло дальше. А там, там пингвины, что ли? А, пингвины. Это пингвины. А вот это что такое, Паша? Что? Это стекло. А их туда надо? Может быть. Вон акулки маленькие. Юли, акулы. Акулы там. Акулы. Ничего себе, какая. Пошли. Вот под нами там. Где он? О, плавает. Прикольно. Смотри, Юля, смотри под тобой. Смотри. И обратно. Смотри, сейчас плывет вот здесь. Вон, смотри, вон он плывет. Вон она плывет. Юля говорит, тюка, я тебя нашла. Ой, обалдеть. Смотри на такую щель. Ой, сколько тут рыбок. Целый коралловый риф, да? Это они со скатом. Смотри, там жрут кого-то, вон там. Где? Ну все, уж сожрали. Сует, блин, там такой прикольный со скатом. Ой, кормят, смотри. Ротик у него там, да? Да, он так классно, да? Вообще классный бассейн. Они огромные аквариумы. Кормят, там все так интересно. А что там, скалярия такая большая он? Огромная, я бы сказала. Они вообще всякие. Эй, привет, дружок. Рыба прямо в море, да? Да. Спасибо. А здесь типа корабль. Ну не типа, наверное, корабль даже. Акула какая большая. Большие такие. Там такая акула большая, идите смотри. Вот большая акула, вон она. Подвинься, подвинься. Вон она сейчас. Сейчас приплывет. Вот она перед нами. Это какой-то. Ларжо, это где по-настоящему, ну вот можно вот так поплавать. А где этот корабль затонул? Ну, USS Лагарто. Лагарто. Залезь вперед, куда-нибудь.
чем нам внутри корабля? О, крылатка сдохла. Там мурены тоже лежат, как будто не очень живые. Нет, мурены не живые. Нет, мурены там не такие есть. Крылатки. А крылатка сдохла. Паша, там тоже две крылатки лежат. Может, они спят в это время? Мне говорят, мой бассейн перенаселен был. Вообще классно, да? Скат, смотрите, как он. Вот это, смотри, это же тот же самый бассейн, только с разных видов его сделали, и уже красота какая. О, акула какая. О, смотри, акула. Юля, ты головку подними, смотри, они тут сверху плавают. Вот скалярия какая здоровая. Юлик, тебе понравилось? Ой, рыбка плывет. Акулья душаты. Здесь сразу такая кафешечка. А, вон она, да? Ту-ду. Окуня. Ничего себе, рыба, смотри, какая. Морской окунь он. Вот она лежит. Он, наверное, тонны две весит. Здоровенный. Большой камень. Ой, тут экспозиция такая вот. Одна статуя. Акула плавает. И вторая статуя. Да. Это какое-то индийское божество. Медузы. А что, настоящие, что ли? Как они? Первый раз вижу медузы. В аквариуме медузы. Можно трогать. О, рыба, пошли потрогаем там. Пошли потрогаем рыбок. Смотри, как классно, да? Помой руки и трогай, хоть что делай, да? А я тут медузок пока посмотрю, пока они моют. Просто бомбический. Вот, все, сейчас трогать будут. Вон акулка. Жень, вот акулка как раз. Видишь, акулу трогают? Вон она. Вот, вон еще акула. А вон скатик, эти, щитоноги. Смотри, они ядовитые, блин. Ты акулу потрогай, вон же акула. Да подожди, до акулы еще не дошли. Акулу потрогай. Смотри, акула. Ой, это такой сильный. Вон, потрогай акулу. Ну не бойся, что ты. Не берите на руки. Окей. Просто гладите. Ой, что это такое? Чё? Подруги, смотри, просто не бойся, что ты нравится на ней. Ой, это прикольная такая. Вон еще одна, вон, видишь, он там. И звезда еще. Сейчас нырнешь. Ой, это я даже не попаюсь. А я смотрю, как... Вон там скатик дальше. Вон там дальше скат, что ли. Вон там скат, видишь? Нет, это щитовичок. Юля, ты трогаешь? Юля, это будет настоящее? Трогать? Да. Вот же написано, кто это. Вон, видишь, написано, кто это. Вон, все. Как будто это резиночка. Да, резиновая, резиновая. Вот у вас уже скат уплыл даже. Вон скатик, видишь? Вон скат, вон скат. Сейчас у вас такол тебе шаданет. Он тебе поплывает, второй кореш. Ты что, Дима, не трогаешь? Ты их потрогай, я ты что? Я сегодня уже змеючки натрогаю. Да ты раз в жизни-то потрогай, смотри, ты что? Не бойся, не бойся.
Ай, господи, ты боже что мой. Пошли, Юля. Айо. Медуза хочешь посмотреть? Иди посмотри. Тут она, медуз пошла смотреть. Ой, это такая классная. Паша, не попробуй. Я не мыл еще, я с вами раз. Вон там написано. Пушистая? Пушистая, смотри, какая она красивая. Яркая и ядовитая, наверное. Так, этого трогаем? Трогаем. Давай, трогай. Трогаем. Давай. Тоже ядовитая. Ой, он такой мягкий. Как этот... Сейчас он тебя шахнул, он корефан тебе говорит. Сейчас палец такой. Потрогай меня наконец-то, но... Столько медуз разных, первый раз видим медуз в аквариумах. Иди потрогай, ты же помыла. Они меня боятся. Ну ты потихонечку. Да. А эти маленькие, они для красоты, Марина, они будут уплывать. Ну что, папа, готов? Свои текстильные. Так, ступенька, аккуратно. Мариночка, дай маму отсюда. А что ты это вообще? Дайте мне, я потрогала всех. Да, дайте мне папу поснимать. Все потрогала. Трогай звездочек. Подожди, папа еще не всех погладил. Не понравился ты ему. Потрогай этого черного. Какого черного? Вот черного, вот этого. Иди потрогай, он такой классный, да. Вот этого? Да. А, слушай, ну, не самый такой. Да, он как, на вот скатик иди приплыл. Сюда, дружище, иди. Как гриб, вот гриб. Да, как гриб, склизкий такой. А вот эту звездочку красивую потрогал? А, это акулка. Да. Тоже как будто игрушечная, да? Там медузы ядовитые. Где? Вон. Вот эти все его ниточки могут на несколько метров в воде быть. Ты сам медузу не видишь, вот эти ниточки, там стрекательные клетки, вон которые ядовитые. Там написано, как стрекательная клетка работает, вон там на плакате. Да, а какие они красивые, правда? Я что-то аж здесь заколола сейчас. О. Так ты медузу там щупал только что. Он на спину сядет. О! Конек. Ласка. Он на спину сядет. А, раковины разные. О, Бэтмен уже не тот. А вот жуки, они из сколько видов? А из сколько их видов разных? Это что, зубы акулы, папа? Да. А это? Это пила акулы. А вот эта рыбка интересная, она вот так вот и плавает. А, вот так, как да. Рыбинки. А это, смотрите, вообще на рыбку не подумаешь, что это рыбка. Она, кстати, к конькам относится, по-моему. А, классно. Фух, вышли на второй этаж, это как бы над аквариумами. Вау. Тут так жарко. Просто кошмар. Тут улица и тут прямо тропики. Все чисто, аккуратно, красиво. О, какие они огромные! Смотри, какой скат, Жень. Жень, смотри, скат какой. Какой огромный. Огромный. Видишь, ребят? Да, смотри, сколько скат. Ой, тут огромный.
Это сверху все, да? Почему туда? А я хочу сюда. А, тут всякие скорпионы. Все так оформлено прикольно. Ого, ничего себе! Какой притворяется палочка. Ага. Короче, всякие тут эти, как их вон, как их, яшерицы. Скорпион? Где скорпион? Вот он. Ну дай-ка я это скорпиона тут посмотрю. О, скорпионера. А что у скорпиона стекла нету? Просто стекло. Вот смотри, лифт для инвалидов. Видела там лифт для инвалидов? Ага, и тараканы тут же, и эти какие-то, кузнечики. Дали пупет. О, филин. Call to. Call ты. Call. Call. Where Dissinger? Чё такое? Может, это интерактивное что-нибудь? Call 3 Brown. Sound. Не, это просто рассказывается. Что она увидит, услышит. О, смотри, хамелеончик. Смотри, какой хамелеончик. Смотри, зелененький стал. Смотри, какой прикольный он. Он не боится ничего, вот, он не меняет. Или пауки там. Смотри, какой он огромный. А тут луки. Огромный. А там вон сколько получилось. Вон луки. Еще тоже. Ой, какие небольшущие. Вот у него какое брюшко. Делан выход на сушу. Это для черепах. Шесть мы считали, что их шесть. Мы больше. А где там больше? Сюда. Грунта, как у меня прям. А, вон еще одна седьмая выбыла. Три. Семь. Что? Восемь. Блин, так прикольно, да? Вообще огонь. Игуана. Это игуана. Вон они, их две. Их две. А вот. И вот, считай, этот аквариум только по кругу проходишь, один только, да? Ну, не совсем, я имею в виду. Вот. О, какой жук. А там вон какие-то чайки, ящерки коричневые. Это лягушка. А, Юля опять надо было вступила. Это лягушка, 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 квакушка. Сейчас съест этого колониста. Ух ты! Акула есть акула, да? Большая такая, да? Это детский туалет вот он. Да? Тебе понравился туалет? Вот, смотрите, детские все, писсуары, там детские унитазы. Вот, все, прикольно. Для детей. Children. Прикольно, да? Все для деток. Там мужской, конечно, тоже бомбический. Это для, туалет для инвалидов, это для мужчин, это для детей, это для женщин. Где двери? А зачем детям двери? Ну,